Сейчас бы сломать игру банкой для пилюль. И тут у нас будет Ева. И Эва. Эва. Чё, две мухи убили одну муху? Издевайтесь. Ясно. О, за Сесселя играет тот, кто его не прошел, да ведь? Стоит ли мне в проклятую зайти, а? Это будет рисково. Очень рисково. После босса разве что. Эти Сант, привет. Это хорошая штучка. Это очень хорошая вещь. Сначала к боссу зайдем. В любом случае. Это что, это босс что ли? О нет, их двое стало. Что же делать? Паника, паника. Он снова один. Умер в одиночестве. Дайте мне карту этот Джазмент. Ой, нет, как ее? Джастис, да. Джастис. А Марка у нас скромняка, оказывается. Вот так и не скажешь. Пошли шлюху активируем. Да. А вы знали, что в реберсе какашки в комнате босса ничего не дропали? Но в автоберсе это пофиксили. И если убить босса, то какашки начнут что-то дропать. Ну, как обычно. Да? А, у меня разряженный. Че я?
Ау. Давай. Тащи. Птичка. Птичка молодец, самого толстого убила. Так, хорошо. У меня балайнт опять, что ли? Опять вслепую. Ну давай. Монстр ланг. А где мои рога? А чё у меня рогов больше нету? Это же символ, что я шлюха. Пофиг. Тоже пофиг. А вот это вот немножко обидно. Будет, конечно, платная подписка. Когда-нибудь. Рано или поздно. Бздыньк. Красный сундук меня может телепортнуть, и это будет неприятно, поэтому я его последним открыл. Вас послушаешь, так у вас, блин, все фашисты здесь. Зато я уже зашел, да? Да-да-да. Только что. Пошли в магазин. Задавим этого. Может, одну монетку дадут? Одну монетку, пожалуйста, будьте так добры. Просто ни с того ни с сего. Он даже не отключился, он просто как бы снизил скорость до нуля. То есть интернет был, но ничего не загружалось. В общем, ну, странные люди. Странные, в смысле, не люди, а вещи творятся. Ладно, продолжаем. Я уже забыл, что я тут делал. Блин. Наоборот. Так бесит, что наушники закручиваются. Так, все, погнали. Что я делал? Что я делал? Я не помню, что я делал. Я почти закончил этаж, да? Я купил сумку и все. Да, вспомнил. Ау, серьезно? Rain
Пофиг. Пофиг. Ладно, пошли дальше. Легкий монстр так отстойно сочетается с врагами, которых легко оттолкнуть. Оно их отталкивает и при этом меньше урона наносит. Надо пробой. В идеале косы. Мне сохранить половинку. Шанс на сделку я все еще не сбил. Так что... Проклятую не будем спешить. Передача, жди меня. Квадро на легкой монстре — это самая несправедливая вещь в игре вообще, наверное. Оно в тебе понизит скорострельность до жопы, а действия не будет. Кого вы там ждете? Я уже здесь вообще-то давно. Я не буду брать синее сердце сейчас. Затамажусь, так, так-то мой быть. Не затамажусь, тоже так-то мой быть. Просто... Куда выгоднее будет оставить его на следующий этаж. Потому что у меня там еще проклятая комната. Окей. Я уже забыл, что я Ева. Ай! Урод. Задел все-таки. Ну и ладно. Шанс все равно был очень маленький. Окей. Можно мне зайти в эту комнату? Можно мне зайти в эту комнату, игра? Спасибо.
Так, что там было у нас в магазине? Банка. Я могу, конечно, взять, чтобы просто чекнуть. Потому что это предмет мушиный. Но, пожалуй, нет. Знаете, я хотел ачивку давно уже. Фернуть на Мегастена. Использовать коричневый боб. Собственно, на лицо Стена. Это была бы просто офигенная ачивка. Темперанс. С собой ее возьму, но пока что не буду использовать. Он только отталкивается еще больше, ё-моё. Ё-моё. Вот так. Блин, что эта комната здесь делает? Она должна быть дальше. Я хочу сделать 5 ключей, а потом подобрать бомбу. И таким образом у меня будут и ключи, и бомбы. А ключей у меня один как-то вообще мало. Как-то совсем мало ключей. Maybe. Но не сейчас. Явно не сейчас. Хотя о чем-то я, у меня же полет. На активку. Ломка не запуская игру. Читан инжин. Нет, я дейли раны не бегаю. Мне там делать нечего. Они скучные до безобразия. Хоть бы хороший айтем, блин, сунули. А то чё? Книга какая-то бесполезная. Возможно, я полет врублю ради 2 бомб. Почему бы и нет? Или темперанс там поставлю. Хотя нет, она не сработает. Окей. Это мне подойдет. Окей. Да ё-моё.
Хочу скорострельности. Стоп. Сатору Ивата. Это кто такой вообще? Что он сделал и почему он попал в игру? И что у него за особенность? Четвертый президент Nintendo. Ну ладно. Так что же он сделал-то такого? В смысле, делает, а не сделал. Пробудись, сила джедая. Ну ладно, не важно. Это будет долго. Ради одной бомбы. То есть, если это президент Nintendo, подумаешь. Окей, что? Но... Там просто, как бы, играешь персонажем, который выглядит как-то иначе, и все? Это типа круто? Или что? Я не знаю. Вот Дели, где все предметы посвящались бомбам на 8 марта? Или нет, это были разные Делики. Это были разные Делики. Другой был на 8 марта, где была Мэгги с покеболом, с очарованием. Тоже окей. Напишите что-нибудь. Я тут? Окей. Ангел? Что здесь и делает ангел? И вторая золотая бомба. Так, что я могу? Я могу кучу раз задамажиться Temperance, но скорости и хп у меня и так хватает. Я могу сюда сделать. Отдать все хп. Но стоит ли это? Давайте сделаем вот что. Я не буду пытаться забудить ангела. Это сейчас не имеет смысла. Я пойду вон в ту верхнюю комнату. И очень даже годную вещь тут вытащу. Луфи Санчес, спасибо за фоллоу, добро пожаловать.
А я могу две тринки взять. Да я забыл уже. Так, что делаем? Что делаем? Что делаем? Берем белое сердце. Берем белое сердце. Берем кучу красных. И добиваем эту донат-машину. До победного. Мапка, давай ты не будешь спамить вот такими вот вещами. И чё толку? Чё толку-то от того, что я богат? Всё, у меня уже 99 монет. Есть что повзрывать? Ничего нету. Я вторую секретку все еще не нашел. Это надо исправить, верно? 48-hour energy. Tears up. Are you a wizard? Paralysis. Как это можно использовать? Никак. Ну хотя. Это можно использовать. Full health. 48-hour energy. I found pills. Сейчас бы сломать игру банкой для пилюль. Банкой, понимаете? Банкой для пилюль сломать игру. Lemon party. Мало терза, повторяйте больше. Что, думаете, это все? Нет, это не все. А, костров нету, да? Костров нету на этаже. Я все затушил, да? Я точно все затушил. Мне придется дамажиться, да? Ну давайте, что. Пять, шесть. Но профит есть. Тирзап сделали. Очень внушительный. Я синее сердце зря подобрал.
full health. Infested lemon party. Так, у меня еще full health были. Сейчас еще и шлюхой выйдем отсюда. Че вы думали? У меня два full health, три даже. Еще есть. Да твою ж мать, хватит меня пихать! Раз. Твас. Трис. Full health. О, эта комната пусть здесь останется. Жаль, что я костры не затушил. Если бы я их оставил хотя бы один. У меня еще такая это сигнализация о том, что пора жмакать full heal под названием шлюха. Кстати, а вы знали, если быть очень маленьким, то можно ходить между шпами. То есть, мало того, что у них уголки... Ауч. Ну да, там... Там хитбокс очень странный. О. Видите? То есть, да. Тут есть очень маленькая прорезь между шипами. Человек молекула. Так, все, да? Давайте дамажиться дальше. И синие сердца подберем, и все. Чего добиваемся? Максимума. Я мог еще раз задамажиться. Ладно, все. Пошли дальше. В итоге я шлюха, у меня хороший терзапчик, и я очень маленький. Нормально. Правда, таким маленьким не надо было становиться. Это неудобно. Это совсем неудобно. Сразу убить. Не, не стоит. Не, быть маленьким хорошо, но всему надо знать меру. Это уже не маленький, это уже микроскопический. Как же они любят кругами ходить в этой комнате. Нормально, да? Нормально, вообще. Хорошо, окей. У меня Monster Long, мне попалось сначала квадро, потом трипл. Ни то, ни другое у меня не работает, потому что, блин. Потому что это легкая монстра.
Где магазин-то? Магазин мне подайте. Пипец батареек в каждой комнате. И еще батарейки. Тебе подарим. Шанс на сделку 18%. Или все-таки 36? Все-таки 36 шанс на сделку. Просто обычно, если говорить о сделках, о шансах в смысле. Блин, ё-моё, я вокруг этого сердца обогнул. Если привести два варианта, каждый из которых на 50%, то как бы логично предполагать, что можно, могут быть оба, а могут быть и не один. Но тут либо один, либо другой. И в принципе, по логике вещей, когда 50% у каждого, то ни один из них может и не прийти. Но сделано оно совсем по-другому. Только оно не отображается таким образом. Шева, спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Да. Да, детка. Да, детка. 7 контейнеров. Нет, подождите, 5. 5 контейнеров у меня было. И они просто исчезли. Исчезли. Я настолько маленький, что уворачиваюсь в тех местах, в которых физически невозможно обычно увернуться. И да, насчет уменьшения. Хитбокс-то все-таки уменьшается. Потому что я могу просачиваться в такие места, в которых не влезешь. С обычным размером. Мозг. Стоит ли его брать? Конечно, стоит. Даже мозг. Бах. Не стоило быть настолько маленьким все-таки. Это была не лучшая идея за сегодня. Стандартный пикап больше тебя в 2 раза, ну что за фигня?
Окс имеет максимум и минимум. Ну да. Вполне логично. Надо было сначала применить, а потом уже... применить. Большая тонап-машина, бери мои деньги. О, я стал больше. Это единственное, что меня сейчас волнует. А также... шлюха. Итак, скорость максимальная. Я возьму это все, но не для того, чтобы использовать, а для того, чтобы шлюхой не быть. В смысле, наоборот, шлюхой быть. Да это уже не гном, это уже лилипут. Ну, скорострельность у Литл Грима и меня совпадает. Можно использовать во благо. Жаль, что он аж на 4-м месте. А если мозг летит, то будет 5-е место, что ли? Не, мозг появляется на последнем просто. Наравне с ним. Мини-пут. Что-то знакомое. Мультик, что ли, такой был? Да, что-то припоминается. О, да. Давай эту штучку возьмем. Чего бы нет. Чёртова Excel, а?
Такие же они большие. Я не задамажился. Это иногда случается. Читы просто слишком перебарщивают. Смахнем это на мой размер, на самом деле это не так. Не, было бы прикольно, если бы у двери был один пиксель, в который если... не наступил. То я не задамажился как-то. Нашел. Мозг, ты издеваешься? Видели, как он пролетел? Четко между ними. Давайте, хавайте. Иногда быстро выбегаешь и не дамажишься. Ну да, все эти случаи объединяют то, что у меня было много скорости, это правда. Можно бы было как-то вручную этот фьючер сделать. Было бы круто. И все-таки не стоило быть таким маленьким. Кушайте. Мантия. Давайте сделаем это. Дженкинс. Окей. Я какой-то медленный, да ведь?
Я сюда еще вернусь. Плащ и бомба красивые. Или это не плащи были? Подождите, а что это было сейчас? Почему оно... во все стороны полетело? Это не бомба была. А что это было? Не, в принципе, билд очень даже здравый. Пятка, гвозди. Ну, вообще, скорострельность у меня такая, потому что я таблеток наглотался, а их эффект не скидывается D20 всяким. Ой, D100. Ой, я не заметил! Я забыл, что я сру. Это злой глаз был. Ой, Жора. А есть где-нибудь комната, где можно заролить много предметов? Ну, может, будет. Я бы не отказался. Какую-нибудь жадность убить. И заролить все монеты. А потом сундуки удвоить. Или наоборот. Ну, какая разница на самом деле. Что за говно? У меня магнит, походу. У меня реально магнит. И дамаги нету абсолютно. А еще у меня сердце. Я сдох, короче. Не поминайте. Лихом. А, у меня десятка, я кнопку-то и не отпустил, ё-моё. У меня десятка, оказывается. Окей. Я кнопку не додумался отпустить. Держу ее что-то как дебил. Окей. Имбище. Я на Эден Блэссинг не посмотрел. Фак. А, давайте так сделаем. Мощно. Красота. Да, что-то я забыл посмотреть, был ли у меня Эден Блэссинг. Давайте удвоим эту комнату. Блин, я стреляю в четыре стороны, ё-моё. Никогда еще бомбу так сложно не было поставить. Хотя нет, недавно был случай, что бомбу было очень сложно поставить, помните? А как она будет сочетаться? Лол, я стал стрелять в два раза меньше. Ужасно сочетаться будет, вот как. То есть половина выстрелов заменились лазером, который вовсе и не по метке стреляет, а вот так он стреляет. По-парашному. Так, у меня будет еще комната? Будет. Бах-бах-бах-бах. Если бы не эксплозива, я бы долго проходил эту комнату. И как она будет? И это еще у меня в два раза меньше выстрелов. А что было бы, если бы я не подобрал вторую технологию? А? Была бы соя. Потому что у меня однерка.
Да уж. Вот там еще батарейка была. Значит, дважды заролим. Всего один сундук. Так, что у меня? Ё-моё, проклятый глаз. Что-то отстой какой-то давить. Давайте еще разочек. Это надо было подобрать. О, топчик. Это пикак? Нет, это не пикак. И пикак был бы выше. Вау, красотулька. Жижа мощь. Чё антигравая заработала? Её же не было. Это от пирога, наверное, антиграва. Не знаю, почему оно так. Вот это забавно, кстати. То, что у меня планета, да? Стреляющая. Почему он назад стреляет? Подождите. Ну, то есть я стреляю сначала в две стороны, да? Этим. Визом. Но этот бэмбик, у него орбиты нету, поэтому он стреляет ими напрямую. Но почему он стреляет в обратную сторону, непонятно. А сейчас что? А сейчас я стрелял во все стороны. Вообще непонятно. Ну, короче, красота, да? Красота. Пошли дальше. GG. 1-1-1... Ой, а...